Распылил перцовку в лицо учителю. Восьмиклассник из 22-й школы разозлился на преподавателя математики. Яблоком раздора стало то, что учительница пригрозила проинформировать маму школьника о его поведении. Женщина не знала, что мама ученика умерла. Как сообщили в горсовете, у пострадавшего педагога диагностировали ожог глаз. Женщине оказали первую помощь в больнице, и сейчас она находится дома. Инцидент изучают правоохранители.